Последние штрихи резной наличник почти готов украсить окно. Да нестандартный, а с рисунком. Не так, как у всех. Неповторимость работ конюк-мастера оконных дел Ильназа Зарипова. Увлекся резным мастерством Ильназ Зарипов в начале 2000-х. Работал с деревом, столы, стулья, двери, но отошел от дела. И вернулся к нему 8 лет назад, но уже в другом качестве. Мастер не деревянного, а металлического зодчества. Начал как думать, искать варианты, как лучше делать, чтобы на друг друга не похоже было. Свои варианты. И чертил, и на компьютере все, в интернете все смотрел, ну, чтобы свое придумывать. Ильназ Зарипов украшает своими работами оконные проемы, заборы, ворота, да мало ли что можно разукрасить на однотипной сайдинговой отделке. А с работами мастера каждый дом становится уникальным, приобретает свою изюминку. Первым Ильназ украсил дом своих родителей в деревне Чубуклы. Попробовал – получилось. Да так, что мастера знают уже во всей республике, и даже в Ульяновске и Ижевске. Золотые руки у него. Есть такой парень Ильназ Зарипов. Вот у меня сзади ворота есть вот эти рисунки на заборах. Он сделал. Мне понравился, хороший. Вся мастерская Ильназа Зарипова увешана образцами металлических узоров. Что-то разработал сам, что-то нашел в интернете. Всегда старается сохранить национальный колорит. Ведь и украшение дома резьбой само по себе старинный обычай. И мастер рад, что сейчас многие стараются прикоснуться к этой старине. Что интересно, многие заказы поступали почему-то не от татарских деревень, а от русских, от чувашских деревень. Вот. Почему-то я удивлялся, почему, думаю, татары не делают такие, почему наши узоры, нашу вот эту красоту почему-то забывают. Удивлялся. Но, альхамдулиллях, в этом сейчас, в последние года, уже с каждым годом все больше и больше заказывают из татарских деревень. В старину наличники устанавливали для защиты дома от нечистой силы из глаза. Но все-таки главным фактором оставалось украшение родового гнезда. Так что и сейчас мода на красоту в тренде. Елена Маврина, Денис Сипатов, Александр Тимофеев. Новости Заинска.